Вы на канале Katie's Gamesys. Всем приветики, ребятки! Вы на канале Katie's Gamesys, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Супермаркет Симулятор. Наконец-то мы с тобой до этого дошли. Я хотела его записать еще в начале недели. Проблема длинных волос. Короче, хотела записать еще в начале недели, но опять слетели сохраненные. Вернее, они не слетели. Я нажала начать новую игру и такая, ой, я, кажется, куда-то не туда тыкнула. Пришлось, короче, до этого момента все заново проходить. Еще как мне написали в прошлой серии в комментах, что появилась новая вывеска. Реально появилась новая вывеска, то есть она будет увеличиваться. Это прикольно. Это прикольно, это классно. Так, мужчина, у вас паста и больше ни хрена, да? Короче, я посмотрела, я попробовала. Оказывается, действительно, тут можно с помощью вот этой клавиатуры, в принципе, клавиатуры не только вот этой, можно вбивать деньги в кассовом аппарате, там карточка в аппарате, вот, именно в нем самом. Вот, что у нас сегодня с тобой будет по делам? Наверное, мы с тобой, да, для начала докупим, да, чоки-пиков и кофе. И что еще? Вода у меня есть, кстати. Вода закончилась, но вода есть. Вода, я запасливая, вода у меня есть, вода есть. Так, чоки-пики, паста. Подожди, что я хотела? Я хотела взять чоки-пиков и кофе, да? Я уже забыла. Чоки-пики и кофе. Кофе мне, пожалуйста, спасибо. Сегодня черный чай по большой цене, а у меня по обычной, в смысле. 6.62 у меня дешевле, чем везде, в смысле? Так нечестно. Я не видела, что сегодня было повышение. Так нельзя. Я надеюсь, никто из вас, падлы, не взял кофе? Ой, чай. Нельзя чай брать по низкой цене. Надо по высокой, по самой высокой. Ну-ка. Ну, молодец, не взяла. Молодец. Молодцы. Все, хорошо. Хорошие покупатели, приходите. Еще для вас будет скидочка в целый 0%. Подождите сейчас, да, я кое-что... Я хотела записать интересный момент, но... Я уже забыла, какой был интересный момент. А, это все я. Надо запоминать. А я такая, что? Запоминать? Это что такое? Что это за слово такое? Я такого не знаю. Номер 3 это, наверное, и начало. Начало. Что там тебе? Яйца закончились, капздец. О, по новой цене взял кофе, чай. Подожди, что я такое? По новой цене чай взял. Не нашел яйца. Конечно, их не нашел, их потому что нету, они закончились. Сейчас подожди, у тебя их тоже нету, видимо, да? Ты там посмотри кое-где и найдешь обязательно. Или может. А может, у него их там нет? Может, он девочка? Может, он пол сменил? Я к нему так жестоко. Посмотри. Посмотри там у себя, во всяких местах. Так. А что для тебя дорого-то было? Паста была дорогая или что? Что-то я не поняла, что он там головой покачал. Для меня это слишком дорого. А что дорого, я даже не видела. Злаки не нашел. Злаки есть, вернись. Я их купила уже. Я их заказала, вернись. Так нечестно. Вы можете изначально говорить, типа, злаков нет, хозяйка, где злаки? И я такая, упс, злаки сейчас будут. И я вам их принесу. Их тут привозят за считанные секунды. Вы только скажите, главное, все для вас будет. Так, паста. Паста. Что еще надо? Масло, паста. Рожа, кожа, диски, хром. Так, закажем сырок. Сходу, так, сырочек. Сейчас, женщина, подождите, пожалуйста, там у кассы. Что мы с тобой сегодня будем делать? Предлагаю купить лицензию на товары. Тогда будет интереснее. То есть мы купим лицензию на товары. Вот. И потом будем докупать всякие эти к ним полочки, не полочки и всякое такое. Или же нанять кого-нибудь. Но нанимать мы, по-моему, еще не умеем, насколько я помню. Надо посмотреть.
Потому что нас по любасу... Ой, 8. Нас по любасу должны этому обучить. Нас этому еще не обучали, значит, этого, скорее всего, еще не будет. 80. Знаешь, что, кстати, заметила? У многих есть прикол такой, если, короче, берут чуть-чуть и дают там типа 100 баксов, и тебе надо сдачи там насобирать, они собирают мелочью. Вот честно тебе скажу, я никогда не была таким человеком, которому хотелось так отомстить людям, которые там, не знаю, ну, как-то так делают. У нас в Китае, я когда училась, у нас, короче... Подожди, мне не молоко, мне не это надо было. А, нет, это. Вот, короче, у нас ребята... решили подшутить над продавцами в магазине и насобирали юаней, мелких юаней, короче, этих, ну, в смысле, а, подожди, дисплей полный, значит, там еще есть, ну, в смысле, они насобирали, короче, оплату, там что-то было около 100 юаней, примерно мао и там всякими такими, ну, короче, маленькими-маленькими деньгами, вот, короче, типа как вот рубли есть, а есть эти, как их, копейки, вот, типа они насобирали там сколько, ну, получается, насобирали, ну, 500 условно рублей, да, копейками, вот так вот. Вот так вот, чтобы ты понял. А в Казахстане это типа насобирали там, не знаю, 1000 тенге тиньками. Вот, ну там, конечно, не так прям... Подожди. Она мне карту дала? Я не заметила. Я ее взяла, болтаю, не заметила. Муки нет. Мука, хлеб, кофе, мука, хлеб, пожалуйста, спасибо. А давай посмотрим, сколько стоит это. Лицензия. Или завтра посмотрим. Да ладно, ладно. Давай завтра посмотрим. Потому что сегодня мы уже, в принципе, с тобой это... Сейчас скоро будет заканчиваться день. Так, все. Кофе. У меня тут есть кофе. 2. Ну ладно, ну хоть что-то, ребят. Ну хоть что-то. Ну хотя бы 2 кофе есть. Хотя бы что-то. Давай. 0, молодец. Вот мне что нравится, когда, короче, игра начинает закручиваться, они уже этот, начинают больше брать. Вот это прям офигенно. Потому что, когда они берут мало, ты сидишь, короче, я же несколько раз перепроходила уже, сидишь и так вот, ну, возьми это еще что-нибудь, я так буду развиваться еще 1,5 года. А они что-то там по одному, по чуть-чуть. Так, маслица, у нас есть маслица, кстати, чуть не заказала. Чуть не заказала маслица, прикинь, чуть деньги на него не потратила, когда оно было. Ну ты прикинь, как это ужасно, да, вообще? Как так можно заказать маслица, когда оно есть? Зачем это делать? Правильно, не зачем, поэтому мы с тобой это не сделали. Мы заметили, что оно у нас осталось. Так, ладно, заканчиваем день. И идем. Чё мы А, я, кстати, не знаю, что. Пудра, яйца, вода. Пудра. 5,80. Вот так. Яйца. Капец. Ну, смотри, 4,85 вот так установим. Ну, мы же должны наценку какую-то делать. Мы же должны как-то, ну, развиваться, да, как-то это... Как-то жить на что-то. Ну, вода пусть останется такой нормальная. Цена. Цена нормулькин. А, откройся, что-то не открылся-то. Так, вода. Давай пока все расставим, что у нас есть. Из того, что у нас есть, мы расставим то, что у нас есть. Так, молоко, чтобы все было полностью, чтобы все было красивенько, классненько. Сырочек у нас закончился. И сейчас посмотрим, что нам надо будет докупить. Потому что среди дня потом будет нам сло... А, у нас еще и 2 кофе, в смысле? Я что-то 2 раза кофе заказала случайно. Что-то я уже забыла про это. Это молоко, подожди. Так, все. Получается, нам надо еще заказать пасту, чай и давай... Яйца. Не масло, яйца. Паста, чай и яйца. Вот, мы заказываем. Параллельно мы, короче, смотрим, сколько у нас стоит лицензия на новые товары. Нам нужен уровень магазина 9. То есть нам вообще как бы не по пути, да? Ну ладно, понятно. Ну, в смысле, по пути, но еще не скоро это все произойдет. Ну окей, ладно, хотя бы так. Давай тогда что? Сырочек. Я не знаю, давай тогда копить уровень магазина. Брать полки я смысла не вижу.
Давай сейчас мы с тобой зайдем посмотреть этот. Зайдем, глянем, можем ли мы кого-то себе как его нанять, его нанять, помощь, помощника нанять. Еще, кстати говоря, скоро должен быть склад, и как-то, я не знаю, он должен открыться, нам опять же и скажут про него или нет, фиг его знает. Так, вот так вот, вот так вот. Так, а чё, а подожди, я же хотела вообще посмотреть, ну ладно, ну ладно, поработаю, ну, ну так уж и быть, ну ладно, поработаю. Я вообще, вообще, ребят, у меня был другой план, мне надо идти смотреть, могу ли я кого-то нанять, чтобы вас обслуживать, что я слишком занятой человек, но так уж и быть, я вас обслужу, но только один раз, только сейчас, понятно? Вот какая, какое счастье у вас, поняли? Поняли вы? Поняли? Или не поняли? Так... Я вечно записываю какие-то шортсы и почти никогда не закидываю. Почти никогда не закидываю. Получается, смотри, оформить заказ на... А, мне надо, в смысле, 200 товаров, что ли, заказать и 10 уровень магазина. Ну ладно, хорошо. Давай сразу счета оплатим. Так, персонализация, склад. За 800 его можно купить, но мне пока не нужен. Развитие, отдел 3, раздел. А зачем он мне? Не, ну, ну расширять, мне кажется, это вообще бесполезно. А это просто разделы, да? А как кассы покупать? Кассир это, в смысле, прям с кассой будет или что? О, ни хрена себе, вас тут набежало, сорянчикус. Я что-то тут сижу, болтаю, думаю. Ну, там один человек стоит у кассы, ничего страшного, подожди. Вот. А тут у вас за касса сколько? Сколько? 10. Оказывается, уже набежала. Я тут сижу, базарю. Подождите, а там что-то заканчивается? Сухое молоко мое заканчивается? Нет? Чё? Кофе, что ли, закончилось? Опять? Едешь, пассатиш, да вы чё? Вы кофехлёбы вы, а? Какие кофехлёбы? Вы чё его так быстро выпиваете? Я его постоянно заказываю, заказываю, вы его выпиваете. Вы чай так не пьете, как кофе, блин. Для меня это шок. Ага, все выставила. Так, а у нас так-то муки еще нет? Так-то муки еще нет. А я тут хожу без муки. Давайте сразу купим. Ничего эти, ничего страшного, эти подождут возле кассы. Очередь там. Ну вот как вот это вот, ты, короче, приходишь в магазин, а тебе такие, типа, у нас поставки, мы, типа, заняты. Ну вот мы также сейчас, собственно, с вами. О, господи, как вы много берете! Ну и прям вообще. Да есть там кофе, вон стоит, что ты мне врешь? Не ври, там есть кофе. Не звезди. Так, у нас. Как его? Короче, сортировка. Все, ждем. Ждем. У нас надо все заказывать. Чоки-пики, сыр, масло. Отлично. Ну, как это? Ну, короче, чоки-пики, сыр, масло. Ну блин, ну я забыла. Ну как это называется? Короче, ты меня понял, я надеюсь. Я надеюсь, ты меня понял. Это вот, ну, типа, когда, короче, так же заказывают, приезжает эта вся еда. И магазин... Инвентаризация! Иди же, пассатиша, я вспомнила, ты прикинь! Ха-ха, инвентаризация! Магазин на инвентаризации! Подождите, пожалуйста, люди. Людишки, подождите, пожалуйста. Все, инвентаризация почти закончилась. Но это еще не все. Мы сейчас к ней вернемся. Это наша ежедневная рутина. 25. Я надеюсь, я правильно вела, да? Мне вот интересно, кстати, что будет, если я веду меньше? Если я веду больше, это уже понятно, да? Мне не дадут это вести. А вот если я веду меньше, то что? Что тогда будет? У меня будет минус? Я буду в жестком минусе или нет? Паста. Надо расставлять то, что у меня есть. У меня что-то там лежит, что-то есть, а я все что-то не расставляю. Вода. Кто для тебя слишком дорогая? Вода? Да ладно тебе. Вода тут самая дешевая. Самая вообще, прикинь, в городе самая дешевая вода, а ты говоришь, самая дорогая. Ну тут ты вообще соображаешь. Ты соображаешь вообще, чувак? Ну, ну как самая дорогая, если самая дешевая?
Она стоит, смотри, она... Куда я схватила воду? Она стоит, смотри, смотри, она стоит всего 3 бакса. Смотри, как бабёх набирает ее вообще. От души она еще сейчас трусы ее запихает, потому что вода самая дешевая. Самая дешевая в городе, ее брать надо за такую цену. А ты говоришь, мне дорого, мне дорого. Кобздец ты вообще, блин. Ты сколько зарабатываешь? Ой, 34. Извини, хотела обмануть специально, потому что бесишь меня. Бесишь меня и говоришь, дорого. Вот я тебя обмануть и хотела показать, что тут на самом деле дорого. Такс. Отлично, спасибо, что без... Капец вас, блин, ё-моё. Мне срочно нужен помощник. Ну или хотя бы лицензия на новые товары. Чтобы было интереснее. 50-80. Отлично. Хочу лицензию. Хочу лицензию на новые товары. Я эти товары вижу уже фактически раз 5 подряд. Я, получается, 2 видео с ними снимала и еще несколько раз перепроходила. Так что вот. Подожди, я не туда повернулась. 85. Отлично. Так, главное, чтобы теперь не слетели сохранения. Главное не забывать сохраниться. Тут нет автосохранения, приходится сохраняться самостоятельно. Что, кстати, крайне неудобно иной раз. Так, у нас получается хлеб. Ну, в принципе, никого нет. Предлагаю завершить день. Пусть, ладно, он завершится. Я все-таки боюсь. Сыр, мука, злаки, паста. Сыр. Ага, ага. Сыр, мука. Эй, в смысле этикетка-то убралась? А когда вы всю муку-то скупили? Мука. Паста, да? Что там было? Паста и злаки или нет? Мука. Нихрена себе у меня на ценник. А, мука. Злаки. Нити. Нихрена себе. Злаки и... Паста, да? Ну, паста, по-моему, выросла. Да, паста выросла. Ладно, кофе, паста, хлеб, сливки. Сливки, хлеб, паста, злаки мне не надо. Злаки убери, пожалуйста. Я не настолько богатая, чтобы покупать то, что мне не надо. А, кофе забыла, ё-моё. Ну вот, ну все, кобздец, ну все пропало. Придется опять заказывать. Придется опять идти и заказывать в магазине. Подождите. Не... Ой, а что все валяется-то, я понять не могу. Меня что, обокрасть хотели? Что-то как-то все так некрасиво валяется, ну алё. Ну алё, ну прям на дороге. Ну сейчас машина переедет, и все, кобздец. И все мои старания на смарку, да? И все. Вы что? Доставщики, ну надо нормально доставлять. Ну вы совесть имеете? Это же мой магазин. Не ваш, мой. Да иди ж, ты что делаешь? Какая-то коробка живет своей жизнью. Ладно, а куличи можно? А куличи когда будут завозить? А куличи, это, кстати, вкусно. Скоро Пасха. Надо завозить куличи, а у нас нет куличей. И как быть теперь? Как теперь быть? Вот, объясни мне, как жить без куличей? Это же жизнь без куличей не жизнь совершенно. Я вот, допустим, сегодня уже сходила в магазин и купила себе кулич. Уже купила себе кулич, сижу довольная, куличи наворачиваю. Ну, сейчас в данный момент, конечно, к сожалению, нет, но вообще наворачиваю. Так, яйца. И вот этому явно яиц, да, не хватило. Ну, в смысле, не природа обделила, а я не докупила. Так, ой, ой, аж 2, смотри, вот, ну, для тебя специально аж 2 захотела взять, аж 2 яйца захотела взять. Да, яйца, вот теперь все убрала, ну, что это такое-то? Вот, заказала. Смотри, специально для тебя. На, на тебе яйца. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Так, ах, ты деньгами. Ты деньгами. 5. Ой, как вы много берете. 45-15. Вообще, ты прикинь, да? 45-15. Ну это где такое слыхано, видано-то? Ё-моё, ё-моё, где вообще такое возможно-то? Так. 16-20.
Ни хрена ты взяла, мать, сколько ты мне должна? 54. Я тебя повешу на это, на стекло, напишу покупатель месяца. Взяла вообще наибольшее... Ой, что это такое? Взяла наибольшее количество товаров. Вообще, ты прикинь, так, нет, ты вернись. Вообще, мать, ты чё? Мне такие нравятся. Вот такие нормас покупатели. Они вот эти, которые хоть мне дорого, что-то дорого у вас тут все, что-то очень дорого все. Я мало зарабатываю, для меня дорого. Так, а где? Молоко, сыр, вода есть. А воды нет. Пипец. Пипец, приплыли. А, молоко, сыр, вода, да, нужны? 64. За что ты мне мстишь, чувак? Зачем так много? Сдачи. Так. Так, подожди, нам надо взять чоки-пики, сыр, вода, молоко. Чоки-пики? А где? Чоки-пики, сыр, молоко, вода, ну и яйца давай возьмем. У меня уже 900 баксов, куда мне их девать, не знаю. Вот вообще. А получается, купить лицензию я могу с 9-го, да, уровня? Подожди, с 6-го? А чё я тогда её не покупаю? Я думала не с этого уровня, етишь пассатижи. Подожди, мне нужна морозилка. Подожди, морозилка. Мука. А чё, новая мука, что ли? В смысле, дорогая какая-то или чё? Ладно. Оливковое масло, соль. Но для этого нам нужна просто отдельная полка. А вот кассовый аппарат. Зеркальная касса. В смысле, зеркальная. Там еще фотографировать, что ли, или что? Странно как-то. Ну ладно. Просто... Ой, ну все полетело! Ну кобздец, опять вы доставщики, блин, фигней занимаетесь. Как тут вернуть-то, я не помню. Повернуть. Так, вот давайте как-нибудь установим, не знаю. Ну кобздец, ну опять все валяется. Ну вы что, ну вы стебетесь или как? Ну я за что вам плачу? Я же у вас заказываю. Ой, ё-моё, вас здесь много, подождите. Извините, пожалуйста. Касса чё? 20, 30... Возвращайтесь, кому там кассы заполнены? Всё нормально, касса располнится сейчас. Располнится касса, вернитесь, пожалуйста. Я ж не думала, что вас тут так много, я не привыкла. Кассы... Да не заполнены кассы! Вернись. 85. Все. Все, смотри, нормально касса. Сейчас я вообще денег видеть не буду, блин. Вообще сейчас ни хрена видно не будет. А вы что мне все деньгами-то наличкой даете? Ну вы мне дайте как-нибудь картой. Ну вот, смотри, нормально. 18.00. Оливковое масло. Естественно, его нет, я ж не успела заказать. Вы тут, блин, стоите все. Кассы заполнены. Когда я закажу-то? 11.00. Кобздец, мне срочно надо это. Срочно надо помощника. Без него никуда. 33.50. Но, кстати, мне нравится этим заниматься. Так что я, наверное, я когда возьму помощника, я еще кассу возьму дополнительную. И буду все равно это все делать. 22.00. Так, сыра нет. Да вообще ни хрена нет, смотри. Ни сыра, ни из... А, так они ж там стоят. Ой, блин, они же там. Вообще все закончилось. Смотри, покупатели налетели. Все, короче, разэтовали. Понаразбирали. И вообще ничего у нас нет. Так, бери сыр, чувак. Молодец. Прям вот из рук забрал. Так, яйца. Яйца ставим. Ага. И что у нас еще осталось? И вода у нас осталась. Но вода еще есть, кстати, на удивление. Так, паста. Пасты нет, муки нет, вообще ни хрена нет, смотри-ка. И еще люди ходят. Я, короче, знаешь, что я тебе в прошлый раз не договорила? Я думаю, нам надо заканчивать день тогда, когда нет клиентов. А что, нормально? Ноль можно не водить? 26, 25. Ноль еще можно было не водить, да? Отъела шпек. Короче, мне кажется, когда нам говорят, что заканчивается это... что там? Заканчивайте день.
А что у нас здесь дисплей полный, никому молоко не надо? Короче, когда говорят, заканчивайте день и нет клиентов, мне кажется, тогда надо заканчивать реально день, потому что, во-первых, не работают поставки с 9, вот сейчас, допустим, они уже будут не работать. Не будут работать, в смысле. Вот, а во-вторых, мне кажется, могут прийти какие-нибудь воришки. Типа прийти такие с пестиками и такие, отдай нам свои бабки, а ему такие, ну ладно. Вот, поэтому мы завершим день. Мы будем трусишками, зайками серенькими, но мы завершим день. Так, соль, сахар, пудра, злаки. Злаки повысилась, сахар, пудра понизилась. Получается 6,50, ну ладно, нормально. Сахар, пудра, 6,15, давай 5,15. Вот так, нормально. Так, открываем магаз. Смотри, мука, масло, кофе, паста. Капздец. Мука. Давай вот это купим. Мука, масло, кофе. А я пасту взяла? Паста, мука. А, я муку не взяла. Мука. Давай еще что-нибудь из этого возьмем. Давай возьмем оливковое масло. Вот такую муку возьмем. Арахисовое масло. Отлично, купить. Сейчас, подождите, мужчина. Ай-яй-яй-яй-яй, вы чё? Ну нормально, складывайте, ну пожалуйста, ну алё. Так, это... Ого, нихрена себе, золотая жила. Вот это золотая жила, ё-моё. Расставляем. Расставляем нашу золотую жилу, которая принесет нам бабусиков. Так. Сейчас я к вам подойду, подождите. А то сейчас опять кассы заполонят, блин, а я потом буду виновата, что я нихрена не делаю. 5-15. Конечно, магазин мой, что хорошо, меня не наругают, но все равно. 85. Муки нет, мука есть, чувак, мука же была. Вот здесь мука, ну подождали бы, я бы ее выставила. Ети же, пассати же, не то, не то, не то, не то, не то, 7,50! Нет, 7,50, какие 3, она 3 не стоит! Ты охренел, я перепутала товар, блин, ну ты чё? Ну, алё, ну так нельзя, ну обидненько же. 6,50, всё, покупайте за полную стоимость и с наценкой, блин, падлы. Обворовать меня решили с катабазы, ты на них посмотри, а? Вот ты тётка, я же ставила ценник, блин, подошла. Как всегда, блин. Вот, по-моему, ты всегда так... А, это ты был. Вот ты, по-моему, всегда так и подходишь неожиданно. Чуть не наехала на чужую тетку. Забылась. Вот ты коза, блин. Я из-за тебя еще на чужую клиентку наехала. На чужую тетку наехала. На другую тетку наехала. Сказала бы сразу, это я была. Я бы сразу на тебя наезжала. А стоит еще втихушку, блин. Втихушку стоит. Ни хрена не говорит. Так, это мука. У нас теперь сливки, мука. Теперь, блин, надо больше всего покупать. Так, паста. Где? Давай здесь выставим ее. А, тут цена есть. Нормально. Получается, товары, которые у нас были изначально, цена есть. Хорошо. Замечательно, я бы даже сказала. Так, надо что-то делать. Надо закупаться. Причем закупаться вообще... Офигеть как? По две партии 22,50. Да и вот я поэтому и говорю, что по две партии. Потому что невозможно становится. Слишком много людей. Так, окей, никого нет, сейчас закажем. Отлично, соль. Ну давай, у нас хлеб, сливки, чай. Давай два сразу закажем, да? Попробуем. Хлеб. Сливки, чай. Чая два, наверное, не надо, ну да ладно. Возьмем еще вот это и вот это, по одному. Новенькое мы будем брать по одному, старенькое будем брать по два, чтобы вот так вот все падало, блин! Ну что за фигня? Ну как так можно-то расставлять, я не пойму. 7,50. Хе-хе, всего 3 бакса зарабатываю, ну фигня какая-то. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Так, это что такое? Это чай. Так, а чай я два взяла, интересно, или нет? Что-то я не помню. А то они просто так быстро это все берут. Да, два. Получается, нам надо с вами уже думать наперед. Нам надо все это расставлять, чтобы люди как бы
видели, что у нас есть. То есть, если вот так будет много людей, чтобы я могла стоять обслуживать, а это все не заканчивалось. А то, получается, это все заканчивается, потом кассы наполняются, они такие... А вот, типа, короче, места нет, все, касса не работает, все, короче, переполнено, я не пойду. А как бы, ну почему ты не пойдешь? Ну все ж хорошо, ну подожди ты чуть-чуть в очереди, и все нормально будет. Я тут вообще как молния Маккуин всех обслуживаю, а ты что-то на меня наезжаешь. Короче, ладно. Рис. Так, зря я это сделала, пока баба какая-то здесь. 7.65, вот так пусть будет. Ха! Давай бери рис, лашпек. Я уже установила цену большую. Я уже успела. Подожди, сейчас все придут, а ничего нету. Хлеба нет, сливок нет, ничего нет. Надо же все расставлять. Еще пасту надо. Кобзец они берут, я не могу. Тут реально получается надо этого брать. Мне быть на этих, на... Как их там? Закупках? А кого-то ставить на кассу? Ну, в смысле, не кого-то, а кассира ставить на кассу. Чтобы он кассовал, работал. Иначе тут, ну, невозможно прям. Это что такое? Это соль? Это соль. 2. Давай 3.50. У нас все, короче, будет. Все по 50. Но по 50 центов это просто как бы добавление. К основной цене. Давайте, ребят, все по 50. Давайте, смотрите. Это 7.50. Это 14. Это 17.50. Еще 50, еще 50. Короче, все 50, я же говорю. 28.65. Извини меня. Пожалуйста, извини меня. Я приболела опять. Заново. 32.50. Кобздец, вас тут много, ё-моё. Так, деньги 20. А у меня нет 20, у меня есть только так. Так. 1.50. Нормально. Так, карточка. 21.50. Давай. О, как ты набрала. А тут бывают корзинки? Было бы логично, если бы тут были корзинки. Типа они такие ходят с корзинками. Ходят с корзинкой, по-моему, в магазин. Что-нибудь покупают. 32 минуты уже идет видео. Уже надо нам с тобой заканчивать. Сейчас мы с тобой, наверное, до чего-нибудь дойдем. До чего мы с тобой дойдем? Давай мы с тобой посмотрим на кассира. Давай мы с тобой посмотрим на кассира. И если мы можем его взять, нанять. Необходим уровень 10. У нас 8. Ну, давай тогда мы с тобой... Следующая лицензия на товар 550 стоит, необходимый уровень магазина. А, так я вот на эту посмотрела, понятно. А, давай с тобой что, знаешь, посмотрим? А я не знаю, чем мы с тобой посмотрим. Давай день просто закончим. А у нас же там еще какие-то эти стоят коробки, мы не используем их. Подождите-ка, у меня же вот тут коробки есть, реально, я их не использую. Получается зря. Получается, это все стоит, а я это... И все просто так пропадает. Особенно то, что без холодильника. По логике вещей. Так, воду что-то вообще никто не берет. Она всем дорогая, что ли, или что, я понять не могу. Капец, сливки закончилось. Все закончилось. Ничего не осталось. Ребят, вы монстры какие-то. Я вообще не могу. Подожди, а что? А, 30, 20. Вы капец, монстры. Конечно, муки нет, но я ж не успеваю это все делать одновременно. 41, 65. Так. Ага, иди. Нормально. Так, карточка 46.30. 46.30. Нормально. Так, ну что, все, все разошлись. Я предлагаю нам с тобой сейчас закончить день. Ну, я прям это сейчас, собственно, сделаю, да? Я это прям сейчас и сделаю. Начать следующий день. На масло цена возросла. Давай мы ее, короче, поставим. Если она 5.50, давай 65. Не сильно будем увеличивать. Ну, как бы, ну, будем думать о людях, да? Ну, как бы, так же все-таки нельзя. Вот, давай мы с тобой на этом закончим. В следующей серии, я не знаю, что мы с тобой будем делать. Наверное, может быть, увеличим магаз. Добавим полок, добавим кассира. И уже, наверное, будет с кассиром попроще, потому что мы сможем увеличивать магаз. Мы сможем ставить кассовые аппараты. Мы сможем ставить полочки. Мы сможем докупать товары. Потому что, ну, вот здесь вот я пока не знаю, куда еще ставить. Ну, сюда полку максимум, дальше уже нельзя. Вот здесь за собой тоже нельзя ничего ставить. Поэтому надо в любом случае увеличиваться. Вот. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай его своим друзьям, вдруг нам тоже понравится. А также подписывайся на мой канал и ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии видеостримы.
Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и других игрушечках. Всем пока-пока!